Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостным блоком Умар Тикиев. И вот некоторые события. Семья Гоговых, Мухарбия и Хажар награждена знаком отличия «Образцовая семья». С 1 октября текущего года банки позволят клиентам самостоятельно выбирать, какими услугами пользоваться через сайт и мобильное приложение. 12 школьников и студентов СУЗов Черкесска завершили трехлетнюю программу обучения в энергоклассе «Русгидро». И в картинной галерее проходит республиканская выставка-конкурс «Город мастеров». Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаево-Черкесии провел рабочую встречу с начальником управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Республики Андреем Пархоменко. Ключевой темой разговора стало повышение уровня антитеррористической безопасности образовательных учреждений, поручение, которое было озвучено в ходе заседания уполномоченного представителя президента ВСКФО Юрия Чайки. Стороны коснулись и обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка в регионе в целом. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и директор Ставропольского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Синокосов обсудили ряд вопросов, связанных с участием финансового учреждения в дальнейшем развитии сельского хозяйства республики, как одного из драйверов экономического развития республики. Рашид Тимрезов отметил, что банк сегодня серьезно интегрирован в экономику Карачаево-Черкесии и пользуется доверием сельхозпроизводителей. Он также подчеркнул, что совместно с финансовыми структурами, включая Россельхозбанк, необходимо сделать все возможное, чтобы поддерживать благоприятный инвестиционный и финансовый климат для сельхозпроизводителей республики. В рамках конкурса «Лучший учитель» 4 педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оцениваться по достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее 3 лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премия на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет 4 победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия, и после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее 3 лет, имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников, и есть определенные достижения как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Министерство туризма и курортов республики проводит конкурсный отбор заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления грантовой поддержки на осуществление деятельности в сфере туризма на территории региона в этом году. Гранты будут предоставлены для поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения, объектов кемпинг-размещения и кемп-стоянок, реализация общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, а также поддержки развития инфраструктуры туризма. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч рублей. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развитие Домбая предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс, общей протяженностью 17,4 километров. Это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны внебюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры. Это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона. Мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатка
платная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Домбая. Поэтому Домбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности знаком отличия образцовая семья наградили семью Гоговых Мухарбея Хажар, которые прожили в совместном браке 51 год. Пара воспитала двоих детей, дочь и сына. Своим детям они дали возможность получить не одно высшее образование. Дочь Фатима проживает в Санкт-Петербурге и работает педагогом. Сын Мухаммед – успешный предприниматель в Краснодарском крае. Дети Гоговых уже создали свои семьи. Все живут в достатке и согласии. У Мухарбия и Хажар 5 прекрасных внуков. В картинной галерее Природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой в эти дни проходит республиканская выставка-конкурс «Город мастеров». В мероприятии принимают участие самодеятельные мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства, модельеры-дизайнеры и реставраторы национальных костюмов. Выставка продлится до 20 июля и вход для всех желающих бесплатный. В республиканской столице свои двери для пациентов откроет новый филиал городской поликлиники, который находится в северном микрорайоне. С вводом в эксплуатацию основные корпусы, расположенные на улице Ленина, закрывать не будут. Другой вопрос, волнующий горожан – транспортная доступность. К сожалению, сейчас автобусы сюда ездят не так часто, как хотелось бы. Однако в мэрии заверили, что этот вопрос будет решен после открытия учреждения. Подробности сообщил главный врач городской поликлиники Черкесска Зурабхан. Проблема связана лишь с тем, что это отсутствие соответствующих площадей для более быстрого приема, соответственно, пациентов. Так или иначе, людям приходится ждать, сидеть в очередях и дожидаться своего приема. А здесь мы постараемся, скажем так, минимизировать вот это время ожидания. С 1 октября текущего года банки позволят клиентам самостоятельно выбирать, какими услугами пользоваться через сайт и мобильное приложение. Например, можно будет отключить дистанционное оформление кредитов, чтобы защититься от мошенников. Такую возможность предусматривает новое указание Банка России. Кроме того, клиенты всех финансовых учреждений смогут отключать онлайн-переводы или ограничивать их размер. Устанавливать и отменять ограничения можно будет бесплатно сколько угодно. Если вы обслуживаете в нескольких банках, нужно будет обращаться в каждый из них по отдельности. В Черкесске 5 июля по распоряжению мэра Алексея Баскаева стартовал ручной сбор амброзии, являющийся сильным аллергеном. В городе будут работать 3 пункта приема карантинной растительности. В каждом из них за одно вырванное с корнем растение высотой не менее 15 сантиметров можно получить вознаграждение 30 копеек. Комментирует информацию главный специалист отдела контроля городского хозяйства управления ЖКХ мэрии Черкесска Максим Шепетько. Экологическая акция «Стоп Амброзия» проводится 2015 года. Мы возобновляем эту акцию, поскольку в 2020 и в 2021 году в связи с ситуацией COVID по стране массовые мероприятия запрещены были, акция не проводилась. Спустя 2 года мы ее возобновляем. Начинали, когда с 2015 года, не ожидали такого эффекта, что людей все больше и больше участвуют, цели разные у всех, кто-то заработать хочет, кто-то принести пользу для людей. У нас в акции даже аллергики участвуют. Почему они участвуют? Потому что само растение, амброзия, до периода цветения никакой угрозы для здоровья не представляет. Поэтому участников у нас вполне очень даже много. В Усть-Джигуте в рамках программы «Комфортная городская среда» появится новая зона отдыха. Жильцов по улице Балахонова, 2 давно расселили в новые многоэтажки, которые построили буквально через дорогу. А вот на образованном пустыре скоро установят скамейки, детскую и спортивную площадки. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Усть-Джигутинского городского поселения Хасан Айбазов. Много на территории ведутся сейчас работы по прокладке дорожек, плитки тротуарной. Еще здесь будет, спортивная площадка, детская площадка, скамейки, урны, освещение. На детской площадке будет резиновое покрытие. Планируем до конца июля месяца завершить. В связи с празднованием 50-летия Всемирного дня окружающей среды
Команда «Экодиктанта» запускает конкурс социальных видеороликов «Зеленый экран», участником которого может стать любой желающий. Для участия в нем нужно снять видеоролик на одну из 12 тем. Это климат, охрана озера Байкал, Арктика, обращение с отходами, сохранение лесных ресурсов и так далее. Ролик нужно будет опубликовать на личной странице ВКонтакте и отправить его по почте greenscreen@равноправие.онлайн. Прием заявок продлится до 15 сентября. 12 школьников и студентов СУЗов Черкесска завершили трехлетнюю программу обучения в энергоклассе «Русгидро». Вручение сертификатов об окончании состоялось в торжественной обстановке в зале совещаний Зеленчукской ГСГС. Для выпускников провели экскурсию по строящимся и действующим гидрообъектам, а также показали презентационный ролик, рассказывающий о деятельности компании. Набор в первый в Карачаево-Черкесии энергокласс состоялся в 2019 году. Архызская сосна, которой уже без малого два века, снова борется за звание «Российское дерево года». Проголосовать за него можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 августа. Об этом рассказала советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. Сосна обыкновенная высотой 30 метров растет на поляне Таул в окрестностях села Архыз. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаево-Черкесской республики, патриотов и истинных ценителей, любителей родной природы принять участие в выборе российского дерева 2022 года. Номер архызской сосны на сайте для голосования 22. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом расскажет руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет, или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача по хозяйственной части Республиканской клинической больницы. По данным правоохранительных органов, фигурант неоднократно похищал бюджетные средства, которые выделялись на ремонт и закупку оборудования для нужд медицинского учреждения. Совокупный ущерб от 4 эпизодов мошенничества региональному бюджету составил более 5 миллионов рублей. Суд арестовал обвиняемого по месту его жительства из изъяты вещественные доказательства, в том числе документация. Прокуратура Карачаево-Черкесии утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя юридического лица, который обвиняется сразу по двум статьям – мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Информацию комментирует старший помощник прокурора республики Елена Дармограева. По версии следствия, в сентябре 2019 года руководителем ООО «Дорожник» был заключен государственный контракт с Республиканским государственным казенным учреждением Карачаево-Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования Карачаево-Черкес-Автодор на выполнение работ по ремонту дороги межмуниципального значения Карачаевск-Учкула. Обвиняемый в период с марта по август 2020 года изготовил и представил в учреждение Карачаево-Черкес-Автодор фиктивные документы о выполнении предусмотренных контрактом работ с завышением их объема, вследствие чего им были похищены денежные средства на сумму свыше 4 миллионов рублей, которые были выделены на оплату контрактных обязательств. В рамках уголовного дела прокурором заявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба, а также на имущество юридического лица наложен арест. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.
С фантомных площадок в Черкесске незаконно ввели в оборот более 4,5 тонн мясной продукции. Об этом сообщил заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Аюб Каблахов. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора пресекло деятельность фантомной площадки по реализации и хранению мясной продукции в городе Черкесске. Установлено, что 24 июня ферма «Водолей», которой принадлежит павильон, рынок и убойный пункт «Мясной двор», прекратила свою деятельность. Однако в ходе анализа информации в системе «Меркурий» выяснилось, что ферма незаконно продолжала оформлять ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животных. За это время незаконно введено в оборот свыше 1400 кг говядины, более 3000 кг баранины и нелегально оформлены документы на 374 животных. Управлением Россельхознадзора хозяйственный субъект и данные площадки исключены из системы Цербер для предотвращения нелегального оборота продукции, а материалы направлены в правоохранительные органы. В Архызе прошел масштабный фестиваль горного бега «Архыз X-Run», в котором приняли участие 1200 человек из 70 регионов России. Суммарная дистанция марафонов составляла до 118 километров. Многокилометровые забеги проходили через массив горы София, Софийские водопады, живописные высокогорные озера Семицветное, Аюлю, Кратерное и Софийские. Спортсмены не только доказали свой высокий профессионализм, но и увидели прекрасные природные локации нашей республики. 8 медалей состоявшегося турнира по боксу в Ессентуках привезли наши спортсмены Борис Апанасов, Арина Гончарова, Мадина Хатукаева, Элина Хакунова, Даниэль Апресян, Алексей Бондарев, Замир Псионов и Денис Желудков. В Пятигорске состоялся турнир по ММА, смешанным боевым единоборством «Открытое небо». 9 спортсменов, воспитанников клубов ММА и клан воинов, завоевали призовые места в своих весовых категориях. И в Ессентуках прошел открытый турнир по боксу, посвященный Дню госавтоинспекции МВД России. В соревнованиях принимали участие и заняли почетные места спортсмены Карачаева-Черкесии, которые пополнили республиканскую копилку наград многочисленными медалями различного достоинства. Призерами стали 10 спортсменов. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами до плюс 23. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки 31 градус. Концентрация высокой пожароопасности. Днем 6 июля в северной части Карачаево-Черкесии ожидается местами высокая пожароопасность 4 класс. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 280056 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Выплатить зарплаты, сделать закупки, составить план. А если проверка придет? Не придет. Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего – бизнесом. По всей России правительством введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. В случае его нарушения оставьте жалобу на портале госуслуг и получите ответ в течение суток. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!